Хватит. Сейчас нас пиздуют со всех сторон. А у нас еще борта такие побитые, постреленные ботами. Правый борт, да, вот там три планки эти. Низинки. Я вот цент ближе к носу, где перемычка между палубами. Там три верхние планки выбиты. Да он, в принципе, весь попался. Нам уже пишут, типа, заебали, предцы, идите отсюда. Не, ну если бы не первые не приходили, этой канители бы не было. Ну ты брига. Ой, а тут какая-то осада, слышишь? Тут все потоплено! Нет, не потоплено. Жопная бригада. Довернуть его немножко не получится. Да доворачиваешь же. К нам глайдер летит. Брига. Где? С
прямо по курсу с левой стороны, видишь? Брига или шхуна, не знаю, далеко. Да шхуна, за которую мы гонимся, да. Еще одна шхуна плывет. Они между собой хуячатся, лол. Слышь, а может ты тут нароешь нам ядер? Чуть-чуть, хотя ладно, подожди. Галик надо потопить. Не, я-то могу нарыть. Не-не-не, подожди пока. Идут на нас, красавцы. Thank you.
Ой, галеон на дно пошел. Упс. Ты это все снимаешь, да? Ну да, на записи стоит. Каев. Зачистка сервиса. Ну здесь, правда, на записи ничего не будет, кроме того, что я молотком махаю. Найлон, ну ладно. Да ну оно и так, и там выстрелы будет слышно. Нам планки даже ни одной не выбило. Видимо, вот этот скилл решает. На броню-то. Ну, в принципе, на записи будет видно, поскольку нам до магии про... ну, заходило. Ядер 200 так и осталось, печально. Может, на галеоне у них ядра есть? Ну, если у них в анпортах были пушки, то по-любому есть. Они его только сегодня же достроили, в теории. Ну да. Не, ну если бы у них были ядра, они бы стреляли. А может, у них ботов не было? Или боты стояли на 5 у них. Наш хуна возвращается. Большие пушки на заднице. Mm-hmm. Не, с ней податься так себе. Идея. Кладбище, блять. Еще этим галеоном уйти, у них жаба вообще будет гореть. Хоть он не нужен, да, блин, но все равно. Лови, друг, блять. Заходит, а не проплывает. А по нему, видишь, вышки тоже стреляют. Это кто-то союзник, не союзник. Или недосоюзник. Это типа боты к нам залезут, да? Да хуя, лысо, они там залезут. Ну нам-то, по сути, зачем ядра? Мы все потопили. Может, я в галик быстренько смотаюсь? Да, можно. Сейчас еще шхуну буду потопить. Мы же еще можем наземную операцию продолжить. Галик это прямо по курсу, да, у нас? Да, на 12 часов от носа.